Правительство России утвердило ямальскую программу по переселению соотечественников. Она рассчитана на 5 лет и планируется, что за это время на Ямал приедут около 1000 человек. Прием анкет ведет окружной департамент международных и внешнеэкономических связей. С начала года заявки в рамках старой программы переселения подали больше 60 человек. 38 из них получили отказ. Причина – отсутствие требуемой профессиональной квалификации или вакансий в целом. По последним данным, в округ по профильной программе уже прибыли 43 человека из Украины, Казахстана и Киргизии.